Всем привет, дорогие друзья! Хотел бы подвести итоги этого года и показать вам летнее видео. Ему уже, можно сказать, полгода, как я гулял по городу Сория. Живописный городок. Бывал там часто, а вот погулять пришлось один раз. И у меня все была надежда, что я заеду туда еще раз и то сниму, потому что я снял только часть города. А там еще есть интересные места, которые я только проехал и понял, ого, здесь классно. Нахожусь сейчас в городе Сория. Вот здесь сзади меня находится арена. Здесь убивали быков. Хорошо, что сейчас это уже не практикуется. Но здание осталось. Погулял, поснимал. Красивый городок. Все не обошел, бо устал. Жара здесь довольно часто бывает, но чтобы походить, поснимать, время выдалось только сейчас. Надеюсь, вам понравилось.
такое вот видео. С вас лайк, подписка, комментарии. В новом году будут новые сюжеты. Планируется смена деятельности, о ней тоже будет рассказ. Я давно уже ищу варианты адекватной работы не на бусе, так чтобы дома оставаться, жить в семье, но в то же время получать хотя бы не меньше. И все мои поиски и почему я отмел эти варианты, я тоже им поделюсь с вами информацией, чтобы вы тоже имели представление. И на связи. Хочу, конечно, вас и поздравить, и порадоваться за то, что, в общем-то, этот год заканчивается. Предстоящий Новый год, и сам праздник, и сам год, в общем-то, будет таким же хорошим, таким же интересным, таким же разнообразным, как и предыдущие года. И это я говорю без сарказма, потому что, оглядываясь назад, предыдущее было лучше. До новых встреч в новом году. Пока!